Итак, меня зовут Кристоф Шмидт. Здравствуйте, меня зовут Кристоф Шмидт. Я представляю австрийскую компанию Haula. Миссией нашей компании является вывод на рынок уникальных по своим характеристикам продуктов, направленных на безопасность дорожного движения. Чистый обзор – вот наш девиз. Рынок щеток стеклоочистителей представлен сейчас в двух вариантах. С одной стороны, его производят крупные компании-монополисты. Большие объемы производства привели к созданию универсальной продукции для зимы и лета, а это далеко не всегда подходит для стран с холодным климатом, таких как Россия. С другой стороны, рынок заполонили дешевые китайские щетки. Они имеют универсальные крепления и редко когда служат больше месяца, а иногда ржавеют и разваливаются прямо в упаковке на полках гипермаркетов. Мы изучили все достоинства и недостатки этих двух групп производителей. В итоге мы создали новый бренд – щетки Haula. Они идеально отвечают требованиям холодной зимы России и стран Скандинавии. Надежность и долговечность щеток определяются качеством ее элементов – резина, каркас, крепление. В основе резиновой ленты лежит высококачественный полиизопрен класса А. При ее производстве мы применяем запатентованные рецепты смешивания каучука и специальных компонентов, которые увеличивают срок службы щеток в условиях низких температур и при воздействии химических реагентов для противогололедной обработки дорог. Кроме того, специальные компоненты отвечают за мягкий ход щетки при дожде и снеге и отсутствие деформации при работе по обледеневшей поверхности. Коэффициенты жесткости резины хорошо сбалансированы, что позволяет избегать царапин на стекле. Существует два основных варианта крепления – с мультипереходником и без переходника, непосредственно под разъем крепления каждой марки автомобиля. Производителям и продавцам выгоднее и удобнее использовать универсальные крепления, но для потребителя это не лучший вариант. Первая проблема универсального крепления – это слабая фиксация в гнезде крепления. Отвалившаяся или выпавшая из крепления щетка точно приведет к дополнительным затратам водителя, а также может привести к аварийной ситуации. Вторая проблема – это люфт, то есть изменение угла щетки по отношению к поводку и к очищаемой поверхности. Это тоже приводит к плохой очистке стекла. Сделать универсальный переходник, чтобы учесть все нюансы и размеры крепления, и чтобы соединение было надежным и без люфтов, практически невозможно. Поэтому Haula изготавливает персональный тип крепления под каждую марку авто. Наши крепления изготавливаются только из высококачественного пластика, не подверженному разрушению при температуре до минус 50 градусов Цельсия. Большая часть нашей продукции изготовлена по бескаркасной технологии. Равномерный прижим к лобовому стеклу обеспечивает металлическая лента из стального сплава СК5. Металл проходит гальваническую антикоррозийную обработку и обладает высокой силой упругости. Поэтому наши щетки длительное время сохраняют свою упругость и форму вне зависимости от условий их эксплуатации. Нас часто спрашивают, почему щетки Haula разрабатываются отдельно для каждой марки и модели автомобиля. Специальное оборудование позволяет нам задать правильный изгиб щетки под каждый автомобиль, полностью повторяя изгиб лобового стекла. Максимальная прижимная сила позволяет идеально очистить стекло даже на высокой скорости движения. Для производства одной щетки используется 21 вид сырья. Весь процесс производства состоит из 25 этапов. Большая часть процесса автоматизирована. В производстве используется 9 типов различного оборудования. Однако каждая щетка проверяется вручную. Специально разработанная система контроля качества позволяет отследить на выходе из производства любые отклонения от заданных параметров. Каждая модель щетки перед запуском производства проходит лабораторные испытания.
Основным ноу-хау нашей лаборатории является наличие специального оборудования, где щетки подвергаются пиковым температурным нагрузкам и специальной обработке различного рода реагентами. Кроме того, стресс-тест позволяет понять, что происходит с каждой щеткой после 1 миллиона циклов очистки лобового стекла. И все-таки, при том, что все наши щетки имеют достаточно большой запас прочности, мы рекомендуем менять их 2 раза в год. Это необходимо для того, чтобы не затиралось лобовое стекло и чтобы избежать эффекта наждачной бумаги. Рекомендую запомнить простое правило. Меняешь резину на колесах, поменяй и щетки, и стеклоочистители. Вам будет очень просто выбрать щетку для своего автомобиля. Вам больше не нужно выяснять и запоминать какие-то технические параметры. На упаковках щеток Хала уже написано, для какой конкретно марки и модели автомобиля они подходят. В настоящее время наша компания ведет разработку и других продуктов, направленных на обеспечение чистого обзора для водителя в любых климатических условиях. Выбирайте продукцию Халла для вашего комфорта и уверенности.